Здравствуйте. Хочу вам рассказать об электрическом чайнике Manfield MFK 634 GSP. Данный чайник произведен в Британии, сделан из стали, парасиликатным закаленным стеклом повышенной прочности и мягким пластиком, который по периметру всего чайника. Крышка данного чайника открывается клавишей на рукояди. Внутри под крышкой расположился фильтр и предохранитель, не позволяющий чайнику работать с открытой крышкой. Объем данного чайника составляет 1,7 литра. Время закипания при полном чайнике составляет 5 минут. Мощность 2200 ватт. Нагревательный элемент закрытого типа. Включение данного чайника производится путем нажатия на клавишу и зажиганием приятной неоновой подсветки. Длина шнура в данном чайнике составляет 75 сантиметров, который на подставку аккуратно накручивается.